в голос. Когда мы пишем, то просто занимаются следующим, например, 15 год. Это заготовка. Вот идея заготовка. Дальше мы ее обработали и отправили. Помогают и развиваться не только в науке. Еще вот очень большое вам спасибо. А еще стипендии, они очень благодаря стипендиям, которые действительно дают возможность студентам не только учиться. А сейчас еще и правительственную стипендию, да. Президентскую повысим существенно. Вот это тоже. Вам большое спасибо. И хочу пожелать успехов вам, вашим коллегам, там, студентам и сотрудникам предприятий, которых вы представляете. Спасибо большое и всего хорошего. Спасибо. Владимир Владимирович.